Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. В данном выпуске хотел показать и рассказать про блесну Немон 2. Советская блесна старая. Вес 10-15 грамм, цена 25 копеек. Сейчас посмотрим, как она ведет себя в воде. Самая аккуратная игра среди всех блесен, которую я смотрел, пробовал. Очень много у меня в арсенале старых советских блесен. Периодически ловлю на них, пробовал, некоторые срабатывают. Срабатывают по щуке и срабатывают, как ни странно, по крупному окуню. Если кто-то что-то ловил на эти блесна, можете отписаться в комментариях, рабочие, нерабочие. То, что вижу я, на которые ловлю, на которые реально рыба попадается, я их обязательно на других водоемах пробую. В принципе, я их и всех пробую на водоемах, но то, что ловится, отдельно. В принципе, все.